Здравствуйте. Огнезащитная резина, я даже хотел сказать огнеупорная резина, но меня наш гость поправил. Да, гость наш инженер-химик-технолог, так вот называется его профессия. Он создатель этой самой резины, Андрей Сергеевич Субботин, и он работает в организации под таким названием как-то «Атом чего-то такое». Нет. Или «Ядерные». Называется она громко. Центр ядерного приборостроения. Центр ядерного приборостроения. Да, ну, назначен я туда генеральным директором. Ага. Вот. А это не совсем мое прямо вот чистое изобретение. Это, скажем так, результат коллективного творчества. Ладно. Ну, давайте вот расскажем. Что же значит за резина такая? Это что, действительно резина? Это делается из каучука, что ли, нет? Ну... Наверное, нет. Кремнеорганический каучук. Кремнеорганический, да? И да. Тоже вот так же сшиты, эти молекулки между собой сшиты, как в резине. Правильно. Резина, ты каучук, он чем, значит, каучуковенький, такие длинненькие молекулки, а между ними сшивки, да? Да. Сильно сошьешь, получится и бонит, палка такая, пилить ножовкой надо по металлу, который, да? Из этого тоже можно сделать такое? При большом желании можно, вот, но на самом деле он, чтобы таким твердым стал, его нужно заморозить ниже 60 градусов. А, то есть он только на морозе будет твердым, да? Да, он находится в промежутки высокоэластичного состояния. Вот, значит, это сшитые молекулы вязкоэластичного состояния, высокомолекулярные. Вот, и когда их сшивают, они не расползаются, получается уже эластомер. Резина как таковая, так. Это всего лишь природный, как сказать, полимер, который, так сказать, скручен в такие маленькие глобулы. Ага. И вот эти глобулы уже... Мы растягиваем. Ага. При этом мы имеем обратную, например, зависимость, в отличие от нормальных материалов. Вот, мы, когда растягиваем, мы молекулу упорядочиваем. И поэтому резинка при растягивании, она становится холодной. Да, а если мы ее отпустим, она нагревается. Вот. Так, у нее энтропийные составляющие. Ага. Так, вот мне теперь по-простецки скажите. Вот кремнеорганическое соединение у вас, да? Да. Значит, туда входит кремний, водород входит? Да. Это такие си-си-си-си-си? Нет. Аш-аш-аш-аш-аш. Нет, а как? Нет. Значит, это кремний, кислород, кремний, кислород, кремний, кислород. Так. Очень длинненькая цепочка, так, так, как так, в стекле. Так. Но боковые у нее привязочки, они не связаны с неорганикой. Там органика идет. Этил, метил, любые другие органические заместители. И вот эта молекулка, она так же, как молекула каучука, связывается в глобулу. Потом эти глобулы мы иногда растягиваем, иногда хорошо, смазываем. Сейчас. И их сшиваем. А так, сшиваете через какую уже связь? Глобулы. Через какую через связь? Двойную связь. Там есть связь между кремнием и кремнием двойная? Двойная связь в винильной группе, она раскрывается и сшивает. Винильная группа это какая? Ну-ка, расскажите. Это, значит, углерод, между ним двойная связь. То есть там еще и углерод есть, да? Естественно, вся органика. Так, а вот мне скажите, вот, чтобы я понял. Вот когда вы будете нагревать, вы, наверное, вот у вас есть тут типа паяльная лампа, наверное, будете нагревать. Когда это будете зажигалочка. Зажигалочка, да. Такая. Прекрасная. Хорошо. Да. Значит, вот вы будете этой зажигалочкой нагревать. И я так понимаю, что метильная группа, да, это вот CH3, да. Она, наверное, будет вот под действием температуры должна вот эта связь разрушиться. Разрушится. Она отделится, загорится ведь, да, CH3-то горит за милую душу. Да. Да, а он у вас ведь не горит? Покажите это нам фокус. Он тоже горит, потешьте. Я вам открою секрет. Он горит. Горит. Но так как здесь есть кремний, так. Мы из этого кремния делаем этому же каучуку защиту. А, то есть он как бы он стеклом сам, покрывается? Он сам еще лучше, более тугоплавким веществом, чем стекло. Он покрывается кремнеземом. Это диоксид кремния, кварц. СО2. Да. Аморфный, конечно. Кристаллический. Что, микрокристаллами, что ли, да? Не совсем. Там идет структурка, которая представляет собой этакий коралловый риф. Так. Очень-очень-очень много тоненьких веточек, переплетенных между собой, образующих такую... скажем так, фрактальную структурку, которая сама растет и сама же осаждается. И дальше сами собой, между собой, как кораллы растут. И вот эта вот наша кремнеорганическая резинка, скажем так, по-простому,
на самом деле это просто эластомер, покрывается сверху, как риф, кораллами. И эти кораллы защищают от огня, как вот эта вот новая структурка защищает эту резинку от огня, как коралловый риф защищает от размывания этот остров. Он растет поверх него, и все, уже этот риф никакая волна не возьмет. Угу. Вот в чем дело. То есть чем сильнее вы его жжете, тем он сильнее покрывается вот этой да, вот чем части. Толще, и чем мощнее и горячее пламя, тем быстрее это происходит. Угу. Тем быстрее она растет, эта структурка. Вот мы применяли не такую вот, конечно, фитюльку, а хорошую горелочку. Ну, зажгите у нас, убедите, что это так. Покажите уж фокус. Пожалуйста, это не фокус. Вот помощнее пламечко. Так. Ну, не будем, так сказать, здесь разводить огонь, а покажем основы. Так, вот он там стал вот светиться. Это углерод светится? Нет, кремнезем? Я вам сейчас все объясню. Вы просто смотрите. И все. Видите, дымочек такой легенький? Вижу. Вот, прекрасная вещь. Гасим, дабы не нарушать пожарную безопасность. Так. Сейчас пока это горячая вещь. Ага. Значит, резиночка разложилась. Но продукты горения, которые вы видели, они должны были улететь. И вместе с органикой вот этот кремний должен улететь, дальше сгореть и начать нас тонкодисперсной пылью вот этого диоксида кремния усыпать. Отравлять. Легкие забиваются кремнием, и дальше он оттуда не вылетает. Угу. А мы это быстренько разложили, разломали, и из диоксида кремния начинаем строить защитную структурку. Она начинает разрушаться, подплавляться, 1260 градусов. Такой температуры на пожарах не бывает, даже если горит нефтехранилище, а рядом завод по производству кислорода. То есть такой вообще температуры нету 1200, при пожаре. Да? 1260, она обычно, ну, максимум 900 градусов. Это температура по плавлению кварца. Начало размягчения кварца. Начало размягчения. Плавит его где-то 1600 градусов, 1800, то есть кварц это очень тугоплавкое вещество. Угу. Поэтому кварцевые изделия более дорогие, чем стеклянные. Да, да. Лабораторная посуда. И кварцевая. Вот здесь вот, да, вот здесь вот мы видим, вот можете потрогать, вот все уже остыло. Остыло. Да, можете потрогать вот это вот, как вот все это происходит. Это не ядовитое, это абсолютно инертное вещество. Запах вы вот сейчас вот чувствуете? В общем, почти нет, но, наверное, знатоки-то могут и почувствовать. Вот запах, именно то, что вот это вот... пылинки кварца, это вот вначале вот эти они вылетели... это как раз кварц, да? Да, да. СО2, вернее. Да, диоксид кремния, он же кварц. Да. Да. И он отделяет от пламени. Дальше там еще есть металлы, скажем так, платиновые группы, которые нужны для отверждения вот этой вот кремнеорганической резины, для сшивки ее. Да. И сшивается он через металлоплатиновые группы? Нет, они являются... То есть резина не золотая, а платиновая у вас? Во-первых, их там очень-очень мало. Это меньше миллионных долей. Ага, этого хватает для сшивки? Этого хватает для того, чтобы катализировать эту сшивку. Да, катализировать сшивку. Да, и дальше она сшивается сама. И сшивается в пространственную структуру, после чего ее нельзя уже расплавить. Мне говорят, а когда твоя резина расплавится? Никогда не расплавится. Она может сгореть, но уже не расплавится. Вот. Факт, что, в общем, это недавние все изобретения наши. Вот. И хотелось бы, конечно, чтобы их куда-то внедряли, но никак мы не можем... А вы скажите, а как вы ее вот открыли-то, вот эту, придумали, что на уровне всех, вот, так сказать, рассуждения о молекулярной структуре, или как всегда случайно получилось? Все открытия случайны. Только два открытия, насколько я информирован, в нашем мире были сделаны на кончике пера. Это открыли Плутон, и второе, высчитали твердотельный лазер. Вот этот вот переход с уровня на уровень при прохождении электрического тока через ПН-переход. Все остальное было сделано случайно, но обычный человек, когда что-то случайное видит, он... там обожгется или ударится, выругается и пойдет дальше. А ученый, он не станет ругаться. Он скажет,
А почему? Угу. Такого не бывает. Потому что вот в эту резинку, она горючая. Мы добавили еще горючку и еще горючку. Она должна была гореть, но... Она-то не горит. Она перестала гореть. А случилось это так. Пришел мой хороший товарищ, вот... Я говорю, вот, сделал, закончил работу по такой-то теме, сейчас будут все довольны, все прекрасно. Вот смотри, говорю, резинка, можно, так сказать, ее в кислоту, в щелочь там, не пачкается, легко смывается все загрязнения водой. Даже если мы уроним наше изделие в расплавленный ядерный реактор, атомный реактор, и там будет, так сказать, присутствовать и уран, и плутоний, вот это вот все у нас на резинку нагорит, и мы ничем не отмоем даже мылом, угу. Мы бросим это наше изделие в кислоту, через полчаса мы ее помоем, и все, у нас чистое, никакой радиации на нашем да, изделии. Да, кстати, как ее радиационная стойкость, вот эта резина? Обычно полимеры-то ведь, ну, под действием радиации в них и деструкция происходит, и радиолиз, и шивки дополнительные появляются. Сначала она становится твердой, потом она рассыпается. Бывает. Органик. Бывает, а ваша как? Вы знаете, радиационная стойка, чтобы такое вот началось, хотя бы затвердевание, вот, нужна такая доза радиации, ну, при которой рассыпаются уже все металлические элементы. Да ну? Да. Ну, у резины-то быстрее происходит, у натуральной. Резины разные бывают. Дело в том, что натуральная резина – это изопреновый каучук. Так. Это вот такая молекула, она довольно-таки неустойчивая. Угу. И почему мы видим вот это вот копчение, когда горят шины там и все такое? Да, да. То есть этот изопреновый каучук очень легко разлагается. У него две двойных связи. Он двойными связями со своих кончиков берет как бы за руки другие молекулы, угу. И дальше они выстраиваются в цепочку. Но другие двойные связи закрываются внутрь. И если эти двойные связи закроются внутрь в состоянии цис и транс, я не знаю... Цис – это значит это когда, по одну сторону, а да, транс – это по разной стороне. А транс вот по да. Присобачены такие каучук, вот... Да, нормальный, либо нормальный каучук, либо мы получаем гутаперчу. Угу. А вот. Гутаперча, она такая липкая, тянучая? Нет, она нет. Не липкая, не тянучая. Гутаперча – это ластик. А то, что мы стираем. Это, наоборот, твердая, не очень тянучная, но эластичная. Угу. Вот, здесь мы имеем до разрыва 400%. И наши добавки, по сути дела, ну, не меняют исходные свойства кремния органических каучуков. Вот это вот использование... Вот этих вот металлов платиновой группы в качестве катализаторов для шивки каучука, это кто-то уже использовал или это ваша? Это стандартная композиция. Стандартная композиция. Да. Они стала, продаются, да? Да, свободно, вы можете пойти. А как, в чем, что вы сделали это? Не так, что у вас вот получилась огнестойкая резина? Ну, мы-то и сами не думали, что это получится. Ну, вот я понимаю. Я так и не дорассказал, как это получилось. Да. И вот мой товарищ говорит, ха-ха-ха, и в воде не тонет, и радиация не пачкается. Может, она еще и в огне не горит? Ну, тогда и будет, и в огне не горит, и в воде не тонет. Что такое? Ну, не лед. Вот, я говорю, слушай, а я вообще не знаю, может, она и правда не горит. Дай-ка мы попробуем. Вон моя стоит горелочка мощная, дай-ка мы это дело пальнем. Взяли, пальнули, она и правда не горит. Она не воняет, она вообще не поджигается, ничего с ней не происходит. Мы были в шоке сначала, начали испытывать, почему не горит, как не горит, зачем, вообще с чего такое могло быть-то. Вот, ну так вот мозгами пораскинули, а давай-ка мы обратимся к нашим ученым и закажем им другую композицию. Вот с модифицированным, так сказать, кремнеорганическим каучуком, вот, и вот все то же самое, как у немцев, но только вот с такими модификациями. Давай. Заказали, сделали, и вот новое. И вначале, конечно, получилась ерунда полная. Каучук сгорел, и таким синим пламенем, что, скажем так, партнер вообще на меня обиделся. Mm-hmm. И вот где-то на шаге там пятом-шестом получилось такое. И я думаю, ну как обычно? Ну, стоит она на пламя горелки, там 5 минут 6 миллиметров прожигается. Ну, это будет стоять, ну, минут 10, ну, минут там 15. Жгу я не такой горелочкой, конечно, а более мощной там. Думаю, надо на мобильничек мне это дело снять. Ну, вообще неожиданно.
Вот. И думаю, ну все, сейчас быстренько сделаю, с работы побегу. Вот. Горит, горит, горит. Час горит. Это вот первые образчики. Потом, это сказать, уже на более... А он и не прогревается, соответственно, внутрь? Прогревается. Почему? Это какой же температура-то? И не происходит разложения термического? Вот этот вот слой, он не только теплоизолирующий. Вот. Это вот первая, так сказать, его стадия. Потом он уже отвердевается внутрь. Как кораллы сначала выросли, вы их раз и сломали легко. А когда они прорастают друг друга, когда они начинают, так сказать, вместе переплетаться, вот эти кораллы, извините, на эти, сквозь эти коралловые рифы и корабли-то не пройдут. Да, да. Да. То есть он туда внутрь растет? Нет. Вот это вот в том-то и дело, что он растет наружу, а внутри он прорастает еще. А растет он наружу, и наружу он вырастает, и растет, и растет, и все более защищает. Но при этом, ну, вы физик по образованию, знаете, что тепло никуда не девается, энергия. Она куда-то должна уйти. Либо внутрь, либо наружу. Назад она с газом уйти не может. Уж очень все сильно перегрето, и идет, так сказать, источник тепла, сам газ. И тогда вы увидите, как это все начало отражаться обратно. Настолько это прекрасный теплозащитный слой. Мало того, он не сдувается такой вот довольно-таки сильной реактивной струей, до чего мы добились-то. Первый, так сказать, опыт, это вот так вот раз пальчиком и снял его. Вот, и сдули его. Вот. Здесь же мы, как говорится, получаем уже твердый проросший слой, и он настолько сильно отражает тепло обратно, что слепнет камера, слепнет, так сказать, экспериментатор, который этой газовой горелкой все горит. Хотя я ему сказал, что, дорогой мой, одень маску, которая дуговая. Да я сам знаю, одел очки для газовой сварки. Я же газовой сваркой работаю. Ну, дорогой мой, разве можно так? Потом он, так сказать, высказал, что он думает про этот каучок. То есть он уже светит, как абсолютно черное тело, да? Нагретое вот это вот. Да, почему? Потому что вот здесь вот присутствуют металлы платиновой группы. Что такое платиновая чернь? Вы знаете, для чего она раньше использовалась? Их ставили в фитили керосиновые лампы, чтобы увеличить светоотдачу в 2, в 3, в 4 раза. Только не фитиль керосиновой лампы, а это называлось калильная сетка. Калильная сеточка, да. И она была, как раз была вот с солями. Да, эти, да. Поверх осаждали платиновую чернь. Это очень тонкодисперсная платина, которая выпадает из солей платины при восстановлении. И она имеет очень высокий коэффициент серости. То есть он начинает покрываться платиновой черни. Да, ее не видно, все белое. Близок к единице, да? Я не могу сказать, я, как сказать, как настоящий инженер, работаю по цифре, по бумажке, как хороший бухгалтер. И хоть я и назначен директором. Ну, ясно. Но я так вот до сих пор, да, не могу сказать. Скажите, пожалуйста, ну, какую-то цифру. Наверное, можно много применений найти этой кабели и в таких, да, просто в пожароопасных условиях. Да. Они не сгорят, не будут горение поддерживать. Мы сделали даже и кабель, взяли обыкновенную лапшу, залили вот в эту резиночку. Буквально там 8 миллиметров, самую маленькую трубочку взяли. В середине трубочки натянули и закрепили этот вот лапшу нашу обыкновенную. Вот, залили резиночки, начали сжечь. Вот, жгли мы ее 1.5 часа. Она так не закоротила, да? Она не закоротила, мало того, что мы внутрь залезли, все это расчистили, разрезали. Полиэтилен, конечно, в лапше расплавился уже и деструктировал в парафин. Вот, но все кабели, все жилочки... Красная медь, абсолютно не испорченная. Мы на сайте у себя показываем, как горит, так сказать, лампочка светодиодная. И мы 1.5 часа, чтобы людей не мучить, мы ускоряем этот фильм буквально через 1.5 минуты, как устанавливаем. Хотя хватает буквально этой горелочкой 8 секунд или 6, ну, 6-8 секунд, в зависимости, как попадется на пламя. Пламя этой горелки за 6-8 секунд эту лапшу не то что разрезает, она плавит. Медь скатывается в шарики. Понятно. Но... Вот, потому что температура горелочки была 1200 градусов. Ну, кстати, для кабельчиков нужно еще что-то было технологичное, можно было накладывать. И технологично, и накладывать. Нормально. Но к кабельчикам мы обращались. Мы выставились на выставке на никто ВДНХ. Не хочет. Понимаете, может, дорого дело очень. В том, что, как сказать, миром правит не конечная цель. Миром правит все-таки миром производства деньги.
Ну, такой товар-то завидный. Ну, ни как же, капельки не завидные. Ни капельки не завидные. Многим кабельщикам мы обращались, нас спросили, а на старом это оборудование можно сделать без переналадки? Нет. Я говорю, нет, нельзя. Надо все-таки вот такие-то, создавать такие-то. Создавать новое производство, да. Нет, не новое производство, старое оборудование, но нужна модификация. Хотя бы тех головок, через которые мы все это дело прокачиваем. А, оборудование становится дешевле, вот, но всякая но перенастройка, деньги, да. Да, всякая перенастройка это затраты. И нам сказали, ну и зачем? То есть это не рентабельно. Кабели у нас проходят сертификацию? Проходят. Их покупают? Покупают. А куда еще денутся? Все прекрасно. Взяли мы сертифицированный кабель, зажигалочку, чикнули, горит, воняет, замыкает. Обернули мы этот кабель вот в такую резиночку, сделали все, промазали, подожгли. Резиночки хоть бы хны, и в костре она, и под горелкой, ничего. Но внутри резиночки вот этот вот негорючий кабель перекрутился и замкнул, и расплавился. Но цель, конечно, не горючести, чтобы не горело, но вопрос в том, что, а, сколько это стоит при переналадке производства. Вот. Конечные потребители готовы покупать, но у меня, к сожалению, нет ни денег, ни возможности начать это производство. Но это нужно искать такого конечного потребителя, который без ваших кабелей, без вашей резины не сможет осуществить. Куда-нибудь там на Венеру полететь, там, а там жара или еще что, или где-нибудь там в печке что-нибудь работает, вот что-то такое вот. Здесь, кому это вот, ну, иначе никак не здесь будет. Здесь работает кислород. Мы смотрели различные применения, не только кабели. Вот приборчик, так сказать, который показывали, так сказать... Мячик. Да. А в мячике там вот проводочки, я щупал уже. Мячики там не только проводочки, там еще и выключатель стоит, потому как не было у нас бесконтактной зарядки. Там еще стоит аккумулятор, блок детектирования, микросхемы, то есть он другая защищает схема, их от огня, антенна, там еще работает, антенна, да? И значит его можно бросить в пожар, и он оттуда сообщит на пульт, какой уровень радиации внутри. И стоит ли туда соваться сейчас? Либо срочно весь этот объект залить надо бетоном, либо пока еще уровень маленький, значит, хранилище с радиоактивными веществами не прорвало, и нужно быстренько туда заскочить с бронзбойтом и все быстренько погасить, пока не лопнули хранилище. Понятно. Вот. Ну, может быть, Бог даст, кто-нибудь заметит вас после нашей передачи. Мы выставлялись на армии 2015, вроде что-то заметили, но больший интерес проявили офицеры и солдаты. Те, мы сделали, да, те, кому голову туда совать, сделали, пропитали стеклоткань этой резиночкой, оборачивали руку, поджигали ее мощной горелочкой, демонстрировали, что 6 минут можно руку сжечь спокойно, нам не верили, пробовали сами, жгли себе руку. Осторожно, через 6 минут страшно было, конечно. Но горелка 1200 градусов. Извините, 70 градусов человеку достаточно, чтобы сжечь кожу. Прекрасно, в общем, сжечь можно. Вот, те, кому идти, тем интересно, конечно. Ну, а те, кто принимает решение, как сказать, нужны согласования. Понятно. Но вот время наше, к сожалению, кончилось. Мы не согласовали слишком длинную передачу. Но спасибо вам. И публике наше спасибо за внимание. Может быть, потребуется вам такая резина, да? Ну вот тогда вот вы знаете, для вас могут ее сделать. Удачи вам, всех благ.